Знаешь, я могу взять все. Нет, вот это, если стен, то это лучше. Поработаю сегодня с моделью. Валерий Михайлович, ну, согласитесь. Когда мы за рулем становимся, а вот сюда за рулем. Куточку тоже. Нам все считают. Что вот еще? Да, да, да. 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 Да, да, слушай, а вот на какое-нибудь вечернее мероприятие в ресторан, как ты думаешь, что тут одеть? Да, там в каком-то деловом были, сверху набросили и пошли, пожалуйста. Да, пошла в ресторан. Всегда. Вот это уже элегантно. Вот, нам надо продемонстрировать. Понимаете, почему мы сегодня не можем в рамках общественного организации Белорусского союза женщин провести день мод для наших БСЖ женщин. Ну согласитесь. Вот, пожалуйста, сразу это возрождается предложение. Поэтому если у нас это уже теперь есть такие возможности, да, мы с Мариной Владимировной переговорим, какой день нам лучше. Пусть это будет 8 марта даже, к примеру. И вот я в очередной раз убеждаюсь, что действительно женщины, они не просто могут все, они скорее готовы на многое, понимаете? Готовы на многое. И, а в процессе всего можно научиться. Спасибо большое. Да, мы еще раз прощаемся.